Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году. Изменение тарифов начнется со второго полугодия. Так, в Тверской области стоимость услуг ЖКХ повысится на 3,6%. Наибольший рост тарифов запланирован в Чечне – 6,5%, минимальный – в Ненецком автономном округе – чуть более 2%. Напомним, что летом нынешнего года правительство приняло решение более жестко контролировать цены за коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.